летний туристический сезон в Алтайском крае объявляю открытым. Дорогие друзья, ваши самые громкие аплодисменты. 10-й юбилейный фестиваль цветения моральника на Бирюзовой Катуни. Цветущий моральник – один из брендов края, ежегодно привлекающий на Алтай тысячи туристов в майские праздники. Этот сезон рекордно собрал 40 тысяч гостей, в их числе и губернатор края Виктор Томенко. Начиная от Москвы, заканчивая Владивостоком. То есть гости целенаправленно приезжают именно на этот фестиваль, на эту площадку, чтобы посмотреть, попробовать Алтай на вкус, поразиться тому, как здесь все весело. К слову, оборот туротрасли Алтайского края обогнал до пандемийные времена. Об этом заявил Виктор Томенко во время посещения туристических объектов на территории Бирюзовая Катунь. За 2022 год доход составил около 9 миллиардов рублей против допандемийных 5,5 миллиардов. Всего у нас здесь на Бирюзовой Катуни 31 уже резидент есть и объявили объем инвестиций больше 23 миллиардов рублей. Губернатор отметил важность развития индустрии туризма для экономики края и добавил, что налоги, которые регион получает от туристической сферы, можно направить на благоустройство и развитие всех его территорий. К слову, на участке дороги, которая соединяет самые популярные туристические зоны, Бирюзовую Катунь и Белокуриху, уже ведутся работы по реконструкции. Финансирование реконструкции осуществляется за счет средств инфраструктурных бюджетных кредитов. Объем финансирования на первом участке около 1 миллиард рублей, объем финансирования на втором участке 1 150 миллиардов. Объем работ сегодня выполнен примерно на 60%. Также Виктор Томенко заявил, что в планах на год отремонтировать 800 километров краевых дорог. За пятилетку уже 3300 километров в порядок привели. Так что, темпы хорошие, поэтому те изменения, которые происходят в дорожном хозяйстве нашем, мы говорим, дорожная революция. Революция не революция, но изменения революционные. Так земляки, просто жители края, говорят спасибо. Глава напомнил, что в Алтайском крае больше дорог, чем в каком-либо другом регионе. Только региональных 15 тысяч километров. А с учетом дорог в городах и поселках более 50 тысяч километров. Всего на ремонт дорог заложено 23 миллиарда рублей. Мария Мацаева, «День с толком».